Прошло 8 дней, мы рассчитывали 6, но прошло 8. И мы так с Ларисой рассчитываем, что наш домашний сыр уже готов. Ну, так как он должен быть короткой выдержки. Будем его пробовать, друзья. Запах достаточно нейтральный. Он взялся такой, ну, плотной корочкой. Ну и, собственно говоря, начну с того, что его разрежу. Чик. Красота. Ну, очень мне нравится. Достаточно он такой мягкий, вот по консистенции, как российский. Сейчас отрежу. Не люблю я это дело, резать тоненькие кусочки. Отрежу, чтобы показать срез. И после этого будем пробовать. Вот, друзья, на срез получился наш сыр. Вот такой вот корочкой. И вот такой вот порезанный уже кусочек, то есть мелкозернистый, такой достаточно красивый. Достаточно красивый на срез. Ну, я считаю, что настало время его попробовать и оценить вкусовые качества. Итак, друзья, попробуем наше произведение. Значит, по поводу запаха. У него вот запах свежего домашнего масла. Немножко, мы же его со сливками делали. Вот, и он пахнет, ну вот реально пахнет что-то среднее между свежим сыром и маслом. Очень похож на вот запах именно только что приготовленного масла. Но слюнки текут, хотя я только что покушал. Очень мягкий. Можно было немножко больше просолить. Вот как бы мое единственное замечание. Немножко островатый такой вкус. Ну, в общем, классный. Свежий сыр. Я даже не знаю, на какой из сыров, ну, как бы, магазинных он похож. Ну, вот не на российский, на какой-то очень такой мягкий сыр. Он вкусно. Вот он ближе к краешку хорошо просоленный. За счет того, что головка большая, значит, я думаю, что я рецепт, естественно, видео с рецептом приготовления этого сыра размещу в описании этого видео. Вот. И как бы я думаю, что засолку надо увеличить где-то в 1,5 раза. Вот так. Идеально. Ну, очень мне нравится его структура и его вкус. Вот единственный в этом сыре нюанс, то, что серединка не очень хорошо просоленная. Краешки просолены очень классно, а вот он не полностью просолился, как бы. Но он очень вкусный, для бутербродов самое то. Поэтому, друзья, единственную ошибку я выявил в этом деле, и сыр у нас получился. Надеюсь, что он получится у вас тоже. Собственно говоря, дегустацию на этом будем заканчивать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, пока!